Вот, ребят, всем еще раз большой привет. Как получить вот такой вот костюмчик будет идти у нас. Новый костюм на секторе 7 для босса. Для босса он будет выглядеть именно таким образом. Почему? Потому что тут больше брони, тут больше всего того, чего нету в обычной броне. Это я вам про что? Я сейчас пока вот это все сложу. Как вообще получать эту экипировку вы можете делать вот таким же образом, как и я. По сути, бить никого можно и не бить. Заходите вот сюда, вот этот уголок, потому что здесь падает плотная одежда, простое оружие, но это как бы револьвер, либо как бы палка это будет идти. Вот, дело в том, что очень быстро можно нафармить, бегая туда-сюда, и вы получите тот сет и убьете себе спокойненько босса. Вот это такое приколюха, поэтому я даже без оружия здесь бегаю, вы можете это делать точно так же. Вот главное успеть. Вот, главное, чтобы никто не согрелся. Тихо-тихо, не ударь меня, сука. Вот я сейчас его отведу, а этот залутает. Вот это как бы не очень прикольно. А можно как делать? Можно вообще, если кому-то одному пособирать, то просто чувака со своего клана берешь и приходишь его с ним сюда вместе и делаете вот такое хорошее дело. То есть и тебе хорошо, и твоему братану с твоего клана очень хорошо. Вот, это делает большой плюс, потому что здесь потом вы делаете вот такой чувак у нас, кладовщик Пит. С такой же будет идти экипировка, и смело можно идти на босса. Вот такой вот прикольный видосик, короче.